Всем привет, это Миша. Сейчас я вам покажу лайфхак, как правильно резать арбуз. Первым делом мы его режем пополам. О, как хрустит, слышите? Говорили, говорит, херово я выбрал. Оп, раскололся. Одну половинку мы откладываем. Берем вторую половинку, оставшуюся, переворачиваем ее вот так вот на досочку. Снимаем сначала крышечку. Оп. Отлично. Смотри, чтобы семенники мои в казан не попали. И начинаем отрезать корочки. Вот так. Раз. Сейчас вы увидите. Вот эту всю зелень, она несъедобная. Мы ее выкидываем. Кто-то из нее желейки делает. Не знаю как. Это я еще не умею. Вот так по кругу режем, отрезаем. Ну какие корочки. Пахнет прям вкусно, прям арбуз даже чувствую. Вот эти все белые полосочки, то, что вы не любите есть, все убираются. Видите, еще ни одной капли зато сока не протекло. Чуть-чуть семенька стала. Не надо семенька. Так, еще белые жилочки вот так убираем. Это все выкиньте в помойку. Ну, если вы их едите, можете их тоже съесть. На усмотрение ваше. И теперь самое главное. Вот так берем арбуз, ставим. Давай, чтобы видно было целиком. И начинаем вот так вот на полосочке. Раз. Толщиной, какая вам удобна. Вот эту толщину имею в виду. Два. Поехали. Три. Желательно длинным ножом, чтобы сразу за один раз все срезать. Оп. Потом поворачиваю на 90 градусов. И то же самое. Раз. Два. Три. Глаз алмаз. Три. Все одинаковые. Сантиметр на сколько-то там сантиметров. Снимай, снимай. Вот так. И вот эти палочки достаются спокойно. Весь сок на доску вытек лишний. И на этом все. И вот такие палочки сегодня потолще сделал. Во. И все попадает в рот, а не на руки. Руки при этом чистые. Сок почти весь сохранился в палочках. Все очень супер. Сейчас я вам во второй части видео покажу лайфхак, что делать со второй половинкой, чтобы она не испортилась, пока вы кушаете первую половинку. Все, с вами был это Миша. До встречи. Счастья 2. Погнали.